Чебоксарах бывший руководитель республиканского ведомства обвиняется во взяточничестве. В результате его действий с двумя фирмами было заключено 70 госконтрактов на общую сумму свыше 3,5 миллионов рублей. По версии следствия, в августе и декабре прошлого года в Чебоксарах и Москве обвиняемый, занимая должность руководителя Государственной службы занятости населения Чувашской республики, 4 раза получал взятки от сотрудников 2 коммерческих организаций, специализирующихся на поставках программного обеспечения в размере от 14 до 100 тысяч рублей, а всего на общую сумму 244 тысячи рублей, за оказание этим фирмам содействия в заключении государственных контрактов. В ходе следствия проведено 5 обысков, в ходе которых изъяты интересующие следствие предметы и документы. По уголовному делу в качестве свидетелей допрошено более 20 человек. По ходатайству следователя судом наложен арест на принадлежащие обвиняемому 2 земельных участка общей площадью 2,5 тысячи квадратных метров, расположенные в Батырском районе. Свою вину обвиняемый признал в полном объеме, ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела судом в особом порядке судебного разбирательства.